Всем привет, дорогие подписчики из телеканала Смешного Зарбаба, мы продолжаем проходить игру Анна 1800. Итак, я уже второй раз пытаюсь записать эту серию, потому что вот эта вот старая карга, блин, вот эта вот тварь объявила мне войну и в новом свете уничтожает мой остров полностью, я не успеваю ничего сделать. Поэтому пришлось все заново начать и выгружаешь здесь за борт эти картошки, нафиг грузишь, значит, пушки все, что есть. Грузишь стальные балки. Грузишь кирпичи. И отправляешься в новый свет. Нам надо срочно построить оборону. Потому что я вообще такое не хочу делать. Я вообще не хочу этого видеть. Сволочь, она просто взяла и уничтожает мой остров. Гнедосина. Просто обалденно. Просто обалденно. Уже пора защищаться, уже пора все. Уже не развитием заниматься, блин, а именно обороной. Я как раз тут начинал производство здесь перца. Планировал. Все так хорошо шло. Я начал строить зоопарк. Кстати, по поводу зоопарка надо будет животных из Нового Света перевести сюда. Но это будет немножко попозже. Давай, значит, грузи здесь... доски. Вперед, пока тогда плыви сюда. Пора защищать свои острова. Все, тут уже начинается полная неразбериха, полный хаос. Нас просто атакуют. Я не планировал ни с кем воевать. Вообще не планировал ни с кем воевать. Вспыхнул пожар. А она, блин, взяла и на меня напала. Вот просто, блин, взяла и напала. Сволочь. О, я сделал слишком много. Да, ты сделал слишком много. Давай, наверное, будем продавать. Где эти окна-то? Пожар вышел из-под контроля. Так, окна назначил на продажу. По местам. Так, этот корабль у нас идет с ромом. Надо будет потом животных загрузить обязательно. Не забыть. Не забыть. Так, забияка, получается, отправляется. Этот маршрует, этот маршрует. Хорошо. Еще пока не подплыл. Ну, здесь более-менее будет нормально все. Прекрасно. Вот у них, получается, сейчас нет рома, да? Теперь и жаловаться не на что. То есть у меня сейчас здесь ром закончился. Окей. Вот зараза. Все планы мы попутал, абсолютно все. Надо будет готовиться к полной атаке, то есть готовить флот, готовить корабли и нафиг всех этих соперников, всех поуничтожить здесь. Абсолютно, всем отомстить. Ваши люди заболевают. Ну, отлично. Ладно, я планировал здесь построить больницу, так что два домика вот этих снесем. Игра сохранена. Сейчас будет больница. Дай мне 10 тысяч, срочно. Срочно 10 тысяч дай мне. Не дает. Да ты серьезно, что ли? Здесь мы построим будущее. Свобода так близко. Помогите же нам. Еще пленников спасти. Они захватили моих лучших людей. Без них мы не справимся. Ага, окей, ладно, хорошо. Так, у меня тут сейчас подготовится пожар персонал. Потушен. Здесь пожар потушили, хорошо.
кораблище пока мой не приплыл. Надо как бы эти корабли открывать тоже, да? Клипер и линкор. Не все раны заживают. Да, я знаю, ты скоро будешь мне нападать, сволочь. Кстати, постройка пушек, сколько требуется денег для них? 4000 и 2000. Обалдеть, мне нужны срочно деньги. Мне нужны деньги. Мне пришлось построить больницу, потому что начали люди болеть. Есть! Так, кстати, шнапс. Шнапс, скоро там будет перебор, его надо будет сейчас продавать. Так, в районе 40 оставляем. И здесь надо будет выстраивать оборону. И там надо будет оборону выстраивать. Ну, в общем, для этого надо очень много денег сейчас. Ну, я думаю, мы успеем. Успеем построить оборону. Так, ты уже прибыл? Почти. Почти прибыл, но тогда пока не до постройки, потому что... Деньги сейчас буду копить именно на пушки. Так, не хватает, да? Я понял. Я понял. Давайте тогда пока перейдем в новый свет. Да, как раз вот больничка приехала. На этом острове прям серьезные проблемы. То пожар устраивали, то теперь болезни появляются. Ну, так у нас с вами выглядит госпиталь. Я, кстати, думал, что это вот главный вход. Оказывается, главный вход, наверное, скорее всего, вот этот вот. Ну ладно, пусть будет так. Кстати, не помню, говорил я или не говорил, но вроде вы в комментариях просили переименовать город Хлябь. Так что можно это сделать. Пишите свои варианты в комментариях. Предложите свое название. И я подумаю, выберем какое-нибудь подходящее. Обязательно переименуем, чего бы нет. Так, все, больные у меня здесь вылечились. Я коплю здесь доски, я коплю здесь кирпичи. Тратиться особо я сейчас не буду. Спасибо вам за все. Вам нужны, получается, только здесь шляпы и пиво. Но пива у меня самого не хватает. Да, пиво надо бы только привозить из Старого Света. Готовь снасти. Так, ты у нас активная оборона. Пассивная оборона. Корабль будет искать, атаковать и преследовать свою цель до тех пор, пока она не покинет область, а затем вернется на позицию. Ваши люди снова здоровы. Первоклассный фрегат. Ждем. Ждем появления здесь нашего корабля, как раз за это время накопим деньги. Потому что нужно здесь очень много денег, надо будет здесь поставить две крупные пушки и две малые пушки. Вам не избежать, Карри. Вот, вот тварь, начинает войну. Сволочь. У меня еще корабль пока не приплыл, да? Карта мира. Карта мира. Где он? Блин, он только полпути преодолел. Собака. Только полпути преодолел. Ладно. Хотя нет, я буду ждать до конца. Нам все равно ответ принят автоматически, что я объявляю ей войну. Все, тут без вариантов. Тут явно без вариантов. Так, пушки, пушки, пушки. А здесь 10 тысяч стоит одна пушечка. Вы серьезно, блин? Че такие тут цены дорогие? А мелко сколько стоит? 5 тысяч. 5000, моя собака. Я есть гнев. Я есть груд называется, а не гнев ты. Сволочь. Они ж, получается, приплыли из Старого Света сюда. 100%.
Я в итоге накопил только на одну пушку. На одну крупную пушку. Орудийная башня. А я планировал поставить ее две. Да, нам объявили войну, это все плохо. Ждем корабль, ждем, нужен корабль. Без корабля я тут сделать ничего не смогу. Я не произвожу здесь никаких железных этих. Кстати, у меня же уже тут копится, да, золотая эта жила? Золотая руда. Чего вот пока с ней делать, непонятно. Ждем, готовимся, значит, к защите нашего острова. Давайте время увеличим. Корабль атакован. Есть! Ты куда плывешь? Готовь снасти. А, это ром. Все понятно. Это ром. Я думаю, куда он плывет, блин? Вот, собака. Позанимала все острова. Это не она плывет? А это она плывет, кстати. Да, это ее корабль, мелкий. А где крупные? Где, блядь, крупные корабли? Должны быть. Должны быть. Или она пока не к нам плывет? Но крупных я здесь не вижу. Там целые линкорны будут атаковать. Блин, ну когда прибудет мой корабль? Как же долго он плавает? Почти, уже почти. Почти. Вот как тут заниматься экспедициями, да, развитием? Тут на тебя нападают, тебя пытаются уничтожить. Надо уже строить оборону. Так, 14 тысяч есть. Не сказать, что хорошо. Потому что это маловато. Я планировал поставить две крупные, две мелкие, да? Это получается, надо будет 30-ка. Мне нужно 30 тысяч. Так, это кто плывет? Понятно. Вот. Ты нападаешь на меня. Карайте тех. Да, бляха-муха, это она плывет. Серьезно, блин? Сволочь. Вот они, линкорны плывут. А у меня нет корабля, у меня до сих пор нет корабля, он еще не приплыл даже сюда. Черт, он не приплыл. Корабль вернулся в порт. Давай, бегом в порт. Где ты, блин? Бегом. Мы не подведем. Где? Давай, бегом, блин. Не подведет он, блин. Давай, быстрей. Быстрей. Собака, плыви быстрей. Черт возьми, а. Вот это я не успеваю. Вот это я не успеваю. Не, ну в принципе, пока их немного. Всего лишь три корабля. Она либо будет нападать. Сейчас прям. Ты чё там застрял, блин? Шуруй быстрее. Как же он медленно плыл. Почему ее корабли плывут быстрее, чем мой? Все, она нападает. Она нападает, эта сволочь нападает. Она готовится к штурму. Ждем вашего приказа. Вперед, к светлому и свободному будущему. Какая в попу фотография. Хотя нет, 6 тысяч это неплохо будет. А бедные люди, находящиеся в рабстве у Ля Короны, даже не знают о нашем существовании. Надо донести до каждого, что для них есть другой путь, что мы освободим их всех. Расскажите о нашем движении в своей газете. Будем надеяться, что это прочтут те, кому мы можем помочь. Мы на вас рассчитываем. Так, что ты хочешь? Гавань Изабелла? Вспыхнул пожар. Ваш порт атакован. Ваш остров напали. Да что ж такое-то? Кто атакует-то? Так, пожарка поехала, все прекрасно. Новый свет. Что у нас фотографировать? Гавань, давай без проблем сфоткаем сейчас. Пойдет.
Требуются добровольцы. Изабелла Сармента. Ваша храбрость нас спасла. Обратилась к помощи печатных изданий, чтобы распространить свои прогрессивные идеи и призвать в свои ряды всех, кто хоть немного сочувствует левому движению. Так, ты прибыл? Где мой корабль-то? Ваш порт атакован. Какой порт атакован? Пожар потушен. Так, кирпичей многовато, да? Какой порт? Вспыхнул пожар. Ваш город стал выглядеть хуже. Ты серьезно, блин? Он теперь здесь атакует, что ли? Корабль атакован. Пожар нанес городу ущерб. Так. Остров в осаде не могу построить. Что творится с этими психопатами, блин? Я уже не знаю, где мне обороняться. Мне и там надо обороняться, и здесь надо обороняться. Везде надо обороняться. Черт возьми. Ну все, остров не в осаде. Давай мне этот... Что за бредни? Новый свет. Пока не поздно, давай ставить, значит. Так, на две хватит пушки. Ваш город стал привлекательнее. Так, давай, наверное, вот так вот поставим. Раз. Классно. Мы не подведем. Классно, не хватает теперь досок, да? Да что ж такое-то? Кирпич-то есть, досок нет. А, это за деньги, кстати, строится. Отлично. Я думал, это строится за кирпичи, это строится за деньги. Так, давай, еще одна как раз. Так, и две мелкие будут по центру. А твои люди умеют сражаться. Вспыхнул пожар. Окей. Так, и теперь нужны две мелкие. Пожар вышел из-под контроля. Серьезно, опять тут куча пожара, блин. Так, стоп. Стоп. Я до сих пор еще в осаде. В какой, блин, тут осаде? Кто тут меня осаждает-то? А, еще 2 минуты целых. Так, новый свет. Сейчас тогда здесь сделаем оборону. Две пушки есть. Это уже хорошо. Мы сейчас поставим здесь 2 мелкие. И будет все прекрасно. Так, 20 досок. Готовь снасти. Есть. Так, ты давай, наверное, плыви в старый свет. Надо будет готовить оборону теперь еще там, на каждом острове. Абсолютно на каждом острове надо готовить оборону. Нельзя довести до совершенства всех. Нельзя, согласен. Ждем вашего приказа. Так, я бы хотел бы как-то все дело красиво провести. Но красиво здесь не получится, да? Вот так тогда будет все дело стоять. Еще нужна будет одна пушка. Сколько мне еще орудий осталось? О, у меня еще 25 орудий. А, неплохо. Неплохо.
Можно вот потом еще зацепить, построить. Денег есть, мне хватает только досок. Пока, в принципе, нормально, да? Давайте, наверное, уже перейдем на тот остров. Вернее, в Старый Свет. Пожар потушен. Так, как у нас тут дела обстоят с рыбой? Рыба пока нормально. Удушье. И никакого удовольствия. Так, ты у нас прибыл. Тут осталось, получается, доски, да? Выгрузить я их не могу. Ну, либо тогда начинаем пока сейчас тут все это дело строить. Значит, поставим пока здесь рынок. Так, несколько домов поставим. Окей. Ждем, получается, там рабочих. Сразу поставим здесь пожарку. Тихо, не так. Хорошо. Пожарка есть, все есть. Сразу поставим... А, папа, наверное, пока тут не нужен. Тут, наверное, скорее всего, он не потребуется. Тут, главное, потребуются эти рабочие. Давай, сейчас мы это повыгружаем здесь. И плыви, друг мой, вот сюда. Начнем защиту наших островов. Пора защищаться, пора. Блин, а я забыл забрать животных. Вот это я молодец. Вот это я молодец. Животных забыл я забрать. Кстати, надо будет поназначать продажу. Все, что у нас тут есть лишнее. Допустим, картошку в районе 40 опустим. Шнапс, это пока все пусть остается. Глины многовато, да? В районе 100 пусть остается. Кирпич тоже в районе 100. Дальше. Шнапс мы возим, поэтому ладно, пусть такая остается как есть. Шмотки в районе 140. Не, давай, наверное, в районе 100 пусть остается, остальное все будет на продажу. А вот у нас колбаса падает, это мне не нравится. Кстати, по поводу железа. Железо надо будет убрать с продажи, потому что мне не хватает, да? Да, мне не хватает. Хватает у меня рабочих, давай тогда назначим еще одну шахту. Хорошо. Зоопарк. Так, у вас тут все, в принципе, есть, да? Только консерв нету. Тут требуется как раз железный рудник. Чисто железо, да? Сколько здесь у нас? 40 рабочих. Кормит хотя бы. Рыба пока вам не нужна. В принципе, 40 рабочих, а мне не надо вас удовлетворять в потребностях. В принципе. Я сейчас просто здесь поставлю склад. Игра сохранена. И поставлю сразу здесь две фермы. Две перечные фермы. Так, как лучше будет поставить-то? Где у тебя, считай, вход? Вот, наверное, вход, да? Давай теперь с полями. Красное с утра, знак дурной для пустыни.
Так, наоборот. С этой стороны. Так, одна есть, еще нужна одна плантация. Ну, вот так получается. Корабль вернулся в порт. Есть! Это ты так быстро вернулся? То есть туда плыл ты еле-еле, блин, обратно приплыл очень быстро. Иди в Новый Свет обратно. Знаешь почему? Потому что я животных забыл. Мне нужны животные. Я хочу здесь открыть зоопарк. По крайней мере, планирую. Открыть зоопарк. Что тут еще можно попродавать? Слитки, балки, это все остается. Пушки пока тоже, в принципе, есть. Стекло я поставил на продажу, вернее, окна. В принципе, стекло тоже можно поставить на продажу. Ну, пусть будет в районе 40. Все остальное на продажу. Так, что еще? Что еще? Рома нет, рома не хватает, да? Рома надо будет больше, получается. Так, мне нужен, получается, еще один фрегат. Ваши люди чествуют своего лидера. Ага, в Хляб начался карнавал. Фестиваль пива. Самый долгожданный праздник, пиво течет рекой, шутки и хорошее настроение наполняют улицы. Кто-то называет этот день Октоберфест. Неплохо. Неплохо, Октоберфест. Так, построек пушки. Пушки, пушки, пушки. А что, у меня нет пушек, что ли? Корабль атакован. А, я сейчас назначил, да. Проверите? Давай проверим. Прислуживаться не так уж и тошно. Осада снята. Ликуйте, наш город выстоял. В результате небольших перестрелок враг отступил. Горизонт чист, по крайней мере пока. Чуть позже в штаб-квартире состоится слушание доклада о проведенных военных операциях. Читайте в этом выпуске рассказ нашего корреспондента, который стал очевидцем решающей битвы. Мы объявили войну, понятное дело, но это я уберу. И экономическая держава. Дела компании Zerubbabel Games идут в гору. Говорят, там умеют обращать все в золото. Это мы с вами уже читали. Отредактируем и деньги. Вы уверены? Да, уверен. Конечно, уверены. Время для вложений. Вперед! Сейчас самое время вкладываться. Инвестируйте в безукоризненные службы или прекрасно защищенные границы. Немного денег дадут всем вашим родным и близким понять, что вы далеко не тот скряга, за которого они вас всегда принимали. Опубликовать. Конечно. Конечно, бедный конечно. Ягненочек. Так. Ты можешь выгрузить картошку сейчас сюда? Нет, ее никто до сих пор еще не купил. Картошку ты не купил. Ладно, пока будем стоять ждать. Потом займемся. Так, у нас с вами есть деньги. Давайте вернемся сейчас в Новый Свет. Закончим здесь с обороной. Игра сохранена. Вот. Отлично. Первоклассный фрегат. Так, фрегат готов. Фрегат сюда. Фрегат сюда. И... сейчас набережную тут построим. О, отлично. Оборона, в принципе, готова. Если что, потом будем все это дело укреплять. Пока этого хватит. Осталось только, получается, поспасать людей. Но все это мы будем уже заниматься не в этой серии, а в следующей. Давайте пока в Старый Свет вернемся. Надо будет здесь еще подготовить оборону. Нам сейчас нужны будут пушки, но пушки делаются очень медленно. Будем ждать.
Серьезно? Ваш порт атакован. Корабль атакован. Так, в оборону, в оборону, в оборону, в оборону. Минус корабль. Эта тварь плывет сюда. Или нет? Что происходит? Куда они плывут? Собака. Пришлось здесь строить оборону. Пришлось строить здесь оборону. Так, кстати. Где-то здесь была починка корабля, да? Давай, 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 плыви, плыви, плыви. Так, пока что дело выгружай. Окей. И как понять? Задействовал я или не задействовал? Да, вроде как задействовал. Хорошо. Давай немножко назад. Ладно, будем тогда выстраивать сначала здесь оборону на основном острове. Потому что если здесь нас заломают, то все. Мы, считай, проиграли. Все остальное-то мы сможем отстроить. Уже почти готов фрегат. Есть! Так, ты привез сейчас, получается, ром, да? У меня же есть на складе ром. Ром. Да, есть, но его маловато. Его, скорее всего, очень быстро заберут. Сверкающая карусель вскружила мне голову. Его надо будет, получается, больше возить. Больше. Давай тогда брать 30. Корабль построен. Здесь максимально загрузка. Вернее, выгрузка. А, у нас получается сейчас этот город в осаде, поэтому мы не можем торговать. Прикольно, мы прикольно. Не подведем. Торговые маршруты. Значит, здесь загружаешь максимально перец. А здесь его выгружаешь. Принять. Все, поплыл. Поплыл. Есть! Так эти земли существуют! Чувак, сейчас вообще не до экспедиции. Сейчас сначала надо будет подготовить оборону. Оборону всех островов. А потом уже дальше пойдем. Так, это что-то непонятное было. Что-то не перекинул куда-то, не туда. Что за этот флажок непонятный? Рано меня как-то перекидывать, ну да ладно. Перемирие окончено. У них было перемирие. Окей, там мой корабль-то не вернулся. Первоклассный фрегат. Вот, отлично. Давай грузить, значит, предметы. Все хорошо и... Старый свет. Замечательно. Она, получается, здесь плавает и она охраняет.
Мне нужны линкоры. Без линкоров я тут дальше никуда не поплыву. Фрегаты, они не справятся. Их просто тут потопят. Нужно очень много. А для этого надо будет делать консервы, чтобы у меня появились люди. Здесь пока все. Продолжаем здесь тогда. Тут еще 14 секунд. Нет еще пушек. Пушек не хватает. Их всего лишь 4 штуки, да? Стерплю и это. В принципе, пока все есть. Все хорошо. Бриллиант ее корон. Так, вам тут не потребуется ничего больше? Прекрасно. Да, им рыба до сих пор не нужна, и это хорошо. Я даже смогу открыть еще две такие плантации. Сколько ты загрузил перца? 9. Блин, 9 перца это маловато, хотя... Там как бы один к одному идет. Да, тем более мы с вами будем строить пока все по одному. Железо, кстати, должно... Железная руда, вернее, должна копиться. Да, железная руда копится хорошо. Значит, одна скотоферма. Давайте думать, где будем строить. Можно будет вот здесь это дело построить. Значит, надо будет здесь активировать. Хотя вот у нас тут есть склад. Давай здесь займемся. То есть построим, значит, консерв... Ах, 15 тысяч консервный завод. Ё-моё. Да, это многовато. У меня так-то всего хватает. Надо будет только накопить 15 тысяч. Так, ну здесь какое-то задание. Засучите рукава и вперед! Слышал, дорогая мадам Кахина только что получила партию чудеснейшего эбенового дерева. Мне бы очень хотелось получить этот материал, но я так занят делами ее величества. 7200, окей. Ура! Сейчас выполним это задание, будет все хорошо. Перец привезли. Будем копить сейчас деньги на консервный завод. Так-то у них все есть. Кстати, по поводу рома. Пока 20, пока нормально. Пока хватает. Ну, это хорошо. Это хорошо, что пока хватает. Ну и походу он что, передумал нападать на меня, что ли, да? Может быть, ей потом какую-нибудь сладкую месть устроить? Хотя, смотри, она тут уже вовсю построила оборону неплохую, да? Да, неплохо. Неплохо. Да, кстати, я хотел здесь построить склад, и я, в принципе, строил здесь склад. В той серии, которая у нас с вами не выйдет. Из-за того, что бабка меня там раздолбала. Ваш порт атакован. Да ладно. А какой ваш именно? Остров напали. Вот зараза. Здесь решил, да, напасть? Вот меня гнида. Даже живот успокоился. Все-таки выглядеть хуже. Все-таки решил напасть, да? Игра сохранена. Для вас наступает ночь. Она плавает, получается, и завоевывает. Конечно же, никто не хочет, чтобы вы теряли остров. Я его себе верну, мать. Я себе его обязательно верну. Один из ваших островов захвачен. Я его себе обязательно верну. Как только подготовлю здесь оборону. Оборону хотя бы тех островов, которые у меня сейчас есть.
кстати, по поводу обороны. Надо будет там пушки забрать, сюда их привезти. Хотя нет, пусть они там остаются, эти пушки. Здесь дождемся этих пушек. Здесь. Будем ждать здесь. Я могу, конечно, поставить орудийную установку небольшую. Она, походу, сюда плывет. Только на это посмотри. Эта собака плывет сюда. Да, она решила... А, все, передумала, да? Ах ты, собака, передумала. Передумала. Мне надо, чтобы она уплыла. Когда она уплывет, я вернусь за своим островом. Опа, отлично, хорошо. Они между собой тут воюют. Уже потопили один корабль. Давай, чувак, потопи этот корабль, и будет все прекрасно. Не, его раньше потопят. Да, не успеют. Не успеют. Не, успели. Успели. Отлично. Тут есть припасы, которые можно будет забрать. Корабль вернулся в порт. По местам. Отлично, этот вернулся товарищ. Так, мы сейчас сплаваем, заберем припасики. Чё бы нет. Королева будет очень рада. Тебе доставить? Ну хорошо. Посмотрим, что тут выпало. Может, что-то полезное. Кофе. Вы играете уже 2 часа. Хорошо, сейчас. Сейчас сделаем перерыв. Сейчас. Тут, кстати, уже пора заканчивать серию, уже больше 40 минут. Сейчас мы здесь соберем. Сейчас мы тут все соберем. Так, у нас тут затор. Мы не подведем. Неплохо. Фамильное кольцо Харлоу. Картофель. Ну, кстати, она уже, получается, уплыла, да? Поэтому я сейчас пойду возвращать свой остров. Снаряд из кованой стали. Урон пароходом. Прикольно. Прикольно, пошли атаковать. Мне надо вернуть свой остров. Пока она там сильно не укрепилась. Так, я еще пока плыву, еще пока не доставил. Что у нас тут с пушками? Игра сохранена. 5 пушек. Я могу, конечно, поставить, получается, небольшую оборону вот здесь вот. Давай, наверное, поставим. Ну, и надо будет как минимум 2 пушки сюда. То есть 10 пушек. 10 орудий. Чтобы там выстроить оборону, да? И плюс еще здесь надо будет выстроить оборону. Давай время увеличим, чтобы быстрее все он плыл, а то он как-то они все это медленно делают. А, тут еще временное перемирие. Серьезно? Готов, Настя.
Она, значит, захватила мой остров, да, и еще перемирие какое-то действует. Вы серьезно издеваетесь надо мной, что ли? Ставь парус! Ладно, стой здесь, жди. Жди, сейчас к тебе еще второй корабль подплывет. Есть! Окей. Плыви сюда в помощь. Координаты получены. Первоклассный фрегат. Да, смотри, шнапс уже, получается, начинает копиться там. Шнапс начинает копиться. А вообще, как у нас с припасами? Рыба пока нормально, шмотки почему-то падают, да? А, наверное, потому что мы их продаем. Все понятно, это логично. Хорошо повеселились. Только почему-то надо было назначить только продажу, а я назначил и туда, и туда. И продажу, и закупку. Нет, нужна только продажа. Только продажа. Так, я выполнил задание. Я вижу многообещающий набросок. Окей. Так, картошку кто-нибудь мне купил? Да, картошку покупает, хорошо. Надо будет сейчас выгрузить. Оглушительный успех! Ну что, либо в зоопарк идем, либо будем готовить консервный завод. Скорее всего, наверное, консервный завод будем готовить. Да, давай готовить консервный завод. Сначала, значит, поставим тебя. И у тебя хотя бы тут главный вход. Ну, вывеска как бы с этой стороны, значит, разумно будет сюда поставить. Пока на паузу. Пока на паузу. Дальше мне нужно сейчас дороги улучшить. Окей. Теперь кухню. Минута 30, 2 минуты, 2 минуты, все правильно. Одна кухня. Ну как бы вот так разумнее поставить, да? Тоже пока на паузу. Окей, и скотоферма. А, тут уже не хватает денег. 2000. Но накопить-то не проблема. Где бы лучше сделать как бы центральный вход? Наверное, все-таки ты будешь центральным входом. Проверю-ка малышей. Пока на паузу. Раз. Два. Если уже не получается, да? Три. Четыре. Окей, четыре поля есть. В принципе, все. Осталось только тут отвоевать свой остров, вернуть производство перца. Кишка у вас тонка. Да, конечно, размечталась. Корабль атакован. Игра сохранена. Бляха-муха, они реально догоняют его. Фрегат так просто не потопить. Да, конечно. Сейчас и потопят. Сейчас буквально вот и потопят. Сейчас замедлишься, и все будет хорошо. И проиграли опять. Нужно будет новый фрегат. Корабль потоп. Да. Нужен новый фрегат на маршрут. А здесь не хватает пушек. Для фрегата не хватает пушек. И у нас начинаются проблемы опять-таки. Ладно, мы их с вами будем решать уже в следующей серии. Так что на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте. Все ссылочки под видео. С вами был Зарбабай. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока.